приступают гимнастки возрастной категории 2007-2009 года рождения. Финалы. Упражнения с обручем. Мы приглашаем на площадку Александру Борисову, Ульяновск. Александра Борисова, ваши аплодисменты. Представительница Ульяновска. Друзья, пришло время слегка пошуметь. Знаю, у вас есть силы. Отлично! Встречаем на площадке Дарья Грохотова, Беларусь. You are.
Дарья Грохотова, представительница Белоруссии, наша грация. Мы приглашаем на площадку Амину Замалееву, Ульяновск. Экспрессивная Амина Замалеева, представительница Ульяновска. Спасибо. Приглашаем на площадку Милену Асриян, Армения.
Потрясающая Милена Асриян, Армения. Спасибо. Спасибо за вашу поддержку, она слышна, спортсменка. Продолжаем. Приглашаем на площадку Марию Борисову, представительница России. Друзья, давайте поддержим Марию. Мария Борисова, представительница России. И самое время сделать громко на трибунах. Чинки! Встречайте, Алина Речкина, Беларусь!
Спасибо за вашу поддержку, Алина Речкина, Беларусь. Спасибо, Алина. Приглашаем на площадку Ангелику Матисик. Ангелика Матисе. Спасибо. Финал с обручем завершает Анна Попова, Россия.
эмоциональная и яркая Анна Попова, представительница России. Спасибо. Приступаем к финалу упражнения с мячом. На площадку приглашается Арина Лазарева, Краснодар. Представительница Краснодара. Спасибо. Приглашаем на площадку Амину Замалиеву, Ульяновск.
волшебная, сказочная Амина Замалиева, представительница Ульяновска. Спасибо. Приглашаем на площадку Марию Борисову, Россия. Поддержим спортсменку, чувственная Мария Борисова. И можем постепенно начинать заводиться. Отлично, отлично! На площадку выходит Анна Кондрашина, Беларусь!
Наша грация Анна Кондрашина. Беларусь, спасибо. Встречаем на площадке Анастасия Сухарева, представительница спортивного клуба «Ювента». Зажигательная Анастасия Сухарева, спортивный клуб «Ювента». Спасибо. На площадку приглашается Анна Попова, Россия.
Анна Попова. Спасибо. Давайте дадим шума! Встречайте, Алина Речкина, Беларусь! Целую историю своим выступлением рассказала Алина Речкина. Наша Грация, Беларусь. Мячом завершает Александра Борисова, Ульяновск. Yeah.
Химическая Александра Борисова, Ульяновск, спасибо. А мы приступаем к финалу упражнения с булавами. На площадку приглашается Милена Асриян, Армения. Спасибо. Добавляем поддержки на трибунах. Еще. Отлично. Встречаем на площадке Дарья Грохотова, Беларусь.
Восхитительная Дарья Крохотова! Наша грация, Беларусь, спасибо! Площадку приглашается Амина Замалеева, Ульяновск. Амина Замалеева, Ульяновск, спасибо. Приглашаем на площадку Ангелику Матисе. Давайте поприветствуем спортсменку.
Ангелика Матисе. Спасибо. Добавляем звука на трибуна. Встречайте, Алина Речкина, Беларусь. Речкина! Большая молодец! Спасибо, Алина! Приглашаем на площадку Александру Борисову, Ульяновск. Thank you.
поддержим спортсменку Александра Борисова. Ульяновск, спасибо за. Приглашаем на площадку Анну Попову, Россия. Попова! Финал с булавами завершает Мария Борисова, Россия. Thank you.
Мария Борисова, Россия, спасибо за вашу поддержку. Финалу упражнения с лентой. На площадку приглашается Злата Скворцова, Краснодар. Скворцова, Краснодар, ваши аплодисменты, спасибо. Приглашаем на площадку Диану Чугунихину, Россия.
одном дыхании. Диана Чугуникина, Россия. Встречайте, представительница Армении Милена Асриян. Сумасшедшее по динамике выступление Милены Асриян, Армения. Спасибо. Приглашаем на площадку Амину Замалееву, Ульяновск. Thank you.
Ваши аплодисменты, Амина Замалеева, Ульяновск. И можем начинать раскачиваться. Ладошки. Ловим ритм. Красавцы. Еще. Встречаем. Дарья Крохотова. Красиво! Это Дарья Крохотова, наша грация, Белорусь. Приглашаем на площадку следующую участницу финала. Встречайте, Анна Попова, Россия.
Страна Попова! Россия! Спасибо за поддержку! Мы продолжаем. Встречайте Александра Борисова, Ульяновск. Александра Борисова, Ульяновск. Ваши аплодисменты, спортсменки. Спасибо. Согласен, давайте покачаем и себя, и спортсменку. Еще шумим, шумим. Финал упражнений с лентой завершает представительница Беларуси Алина Речкина.
наша Грация, Беларусь! Спасибо! Дорогие друзья, завершены финалы во всех четырех упражнениях. И буквально через пару минут мы перейдем к церемонии награждения. Просим вас не расходиться и поддержать спортсмена. Начинаем церемонию награждения финалов в отдельных видах среди юниоров международных соревнований по художественной гимнастике «Хрустальная роза». Награждение проводит заслуженный мастер спорта Республики Беларусь, многократный призер чемпионатов мира и Европы, бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года, старший тренер национальной команды Республики Беларусь по художественной гимнастике Любовь Черкашина. Третье место завоевала Дарья Грохотова, Беларусь. Награждение в упражнении с обручем. Victory ceremony in individual exercise with hook. Место завоевала Алина Речкина, Беларусь. Первое место в упражнении с обручем завоевала Анна Попова, Россия. Приглашаем участников награждения для фотографирования. Спасибо. Мы продолжаем церемонию награждения среди гимнасток 2007-2009 года рождения в упражнении с мячом. Victory ceremony in apparatus on choice. Третье место завоевала Мария Борисова, Россия. Thank you.
второе место завоевала Алина Речкина, Беларусь. Мячом завоевала Анна Попова, Россия. Приглашаем участников награждения для фотографирования. Спасибо! Продолжаем церемонию награждения среди гимнасток 2007-2009 года рождения в упражнении с булавами. Victory ceremony in individual exercise with clubs. Третье место завоевала Дарья Грохотова, Беларусь. Завоевала Анна Попова, Россия. Первое место в упражнении с булавами завоевала Мария Борисова, Россия. Приглашаем спортсмена для фотографирования. Ваши аплодисменты, друзья! Спасибо! Продолжаем церемонию награждения среди юниоров в упражнении с лентой. Victory ceremony in individual exercise with ribbon. Третье место завоевала Дарья Грохотова, Беларусь.
Нет,